именно в эту ночь что-то произошло. Я сказал, не все сразу, лишь по одному. Ну что ж, этой ночью города и суши ему не нужны беруши. Он слышит, 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 слышит. У города нет труда, он не скажет вам никогда. Скажите, и как вы считаете, как умерла жертва? Примерно так. Впервые на спектакле никто не умер. Это впервые. Это реальный успех. Ну, кошечка, как говорят. Ну, кошечки не считаются. Кошки не считаются. Кошки дохнут, как собаки. Каждые репетиции проходили ровно с 6 часов утра до 9 часов утра. Ровно 14 месяцев. Только когда солнце делает свое движение. Утренний спектакль первый. Мы решили играть в спектакли в 7 утра, потому что в 7 вечера слишком много конкуренции в городе. Поэтому мы решили играть в 7 утра в городе Купянске. Юра принес справки и сказал: парни, есть проблемы. Если будете лечиться, то надо лечиться у Андрея Валентиновича Аркадова. Алкогольная зависимость? Не исчезает. Не исчезает. Заткнись, черт возьми! Заткнись, черт возьми! Вам получилось подарить хорошее настроение зрителю? Кому? Ну, зрителю, как считаете? Мы тебе подарили, мы купили это за 100 гривен. Не, ну все-таки они купили немного другое. Немного другое, они купили бумажку, получили... Да, получили хорошее настроение. Визуализацию бумажки. Но еще 100 человек не пришло, потому что все-таки не поверили, что шоу утром, придут вечером. Ну что заставило вот встать с кровати в 7 утра и прийти вот на спектакль? Наверное, необычность того, что будет происходить, и вообще как бы наслышан, в общем, о Воробушке, и был бы очень рад прийти еще на какую-то из их постановок, поскольку, ну, ребята очень известные в довольно узких и не очень узких кругах, и, в принципе, славятся своей любовью к трэшу и тому подобное. Чем он меня удивил? Я люблю театр. И это необычно. В 7 утра это круто, конечно. Рабочий день будет классный. В каждом из нас есть собака. Да, зарядила позитивом на весь день. И думаю, дальше буду в хорошем настроении проводить остаток своего дня.